Всем привет! Меня зовут Даша. Моему сыну Кириллу 2 года. Это наш первый видеоотчет после дистанционного лечения в центре Бьер Давид. Познакомились мы с Давидом 14 марта, месяц назад. И за это время у нас имеются положительные изменения. После первого же сеанса, сеанс был вечером, Кирюша подошел ко мне, прижимался ко мне, не отпускал меня весь вечер. В этот вечер он раньше лег спать. До знакомства с Давидом мы с мужем его укладывали до часу ночи. Бывало, что и до 2. А после первого же сеанса и по сей день Кирюша после 11 уже спит. Второе большое изменение – то, что Кирюша стал чаще и дольше смотреть в глаза людям, не только маме, папе, но и другим родным, незнакомым людям. И сам взгляд стал более осмысленнее. Не всегда, конечно, но стал откликаться на имя. Также у нас активно проявляется указательный жест. До этого мы его учили специально этому, а сейчас более спонтанно он проявляется. Открывает книжку ребенок, смотрит животных, тыкает пальчиком, показывает нам, пытается как-то сказать, озвучить животных. На улице тоже гуляем, он показывает пальчиком на интересные вещи. Стал больше любить книжки. Также на улице он стал замечать детей, он бежит к ним со всех ног, пытается с ними как-то контактовать, играть. Мы этому очень рады. Также он на улице глазами ищет маму и папу. Он полюбил краски. Раньше рисовал только фломастерами, краски максимум 2-3 минуты. Стал рисовать и пальчиками, и кисточкой. Недавно 40 минут просидел за этим делом. Проявляет интерес к пластилину. До этого прям морщился, не любил. Ему было неприятно его трогать. Сейчас он лепит, отламывает кусочки, пытается что-то с ними делать. Интересно за ним наблюдать. В общем, ему нравится. Недавно стал сам проявлять интерес к лего. Сам собирал животных. До этого только по принуждению. Также у меня произошли изменения. У меня ушло отчаяние и депрессия, в которой я долго была. И улучшилось зрение сразу после первого сеанса. Хочу сказать огромное спасибо Давиду за то, что нам помогает, за то, что лечит нас, лечит не только ребенка, но и всю семью. Спасибо огромное ЕСЭФе за медитации и лекции, которые помогают лучше понять себя и ребенка своего. Спасибо доктору Аркадию за то, что вы делитесь такими знаниями. Спасибо всем мамочкам в чате. Я очень рада, что туда попала. Радуюсь общению, черпаю много полезной информации. Надеюсь, это не последний наш видеоотчет. Всем отличного дня. Пока-пока.